К другим темам. В Саратове принудительно выселяют частный зоопарк и аттракционы. Вот эти доски и ямы остались после демонтажа павильонов и каруселей в сквере Дружбы народов в Заводском районе. Вольеры с животными пока не трогают. По словам арендаторов, приход судебных приставов стал для них полной неожиданностью. Напомню, что история с выселением началась осенью прошлого года, когда администрация Заводского района заявила, что предприниматели работают на этой территории незаконно. Любопытно, что этот вопрос никого не волновал 10 лет. За это время жители привыкли к мини-зоопарку, в котором живут страусы, павлины, голуби, декоративные петухи и кролики. Владельцы животных предполагают, что просто перешли кому-то дорогу. Они также возмущены небрежным отношением к их собственности. Здесь было декоративное ограждение из дубовых деревьев. Я привозил их с лесу специально. Вот они, видите, не открутили, а просто вырвали, выломали. И все ограждение вот таким образом было снесено. В прошлом году был проведен конкурс именно вот на это место, единственное в Заводском районе и там практически в городе. Ну, победила организация, которая и в Ленинском районе на наших местах она выиграла этот конкурс. Ну и здесь, соответственно. По словам арендаторов, им удалось договориться с приставами, что до 15 апреля они освободят территорию добровольно. Будущее животных пока неизвестно. Если мелкую живность пристроить нетрудно, то что делать с парой крупных птиц, владельцы пока не представляют. 4-летним африканским страусам Федору и Маше требуются особые условия. В зоопарке они жили даже зимой в загончике с обогревом.